дорогие пассажиры, войдя в салон, не забывайте оплачивать проезд и провоз багажа. Терминалы, расположенные на поручнях у каждой двери, принимают все виды электронных проездных билетов, действующих на общественном транспорте Санкт-Петербурга, а также банковские карты и смартфоны с поддержкой PayPass. Также вы можете оплатить проезд наличными деньгами в кассе терминала, расположенной в вагоне. Помните, что за уклонение от оплаты проезда и провоза багажа штраф 500 рублей. На линии работает контроль. Уважаемые пассажиры, в избежании падения при вынужденном резком торможении вагона держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Ильдаимов. Уважаемые пассажиры, войдя в салон, не забывайте оплачивать проезд и провоз багажа. Терминалы, расположенные на поручнях у каждой двери, принимают все виды электронных проездных билетов, действующих на общественном транспорте Санкт-Петербурга, а также банковские карты и смартфоны с поддержкой PayPass. Также вы можете оплатить проезд наличными деньгами в кассе терминала, расположенной в вагоне. Помните, что за уклонение от оплаты проезда и провоза багажа штраф 500 рублей. На линии работает контроль. Уважаемые пассажиры, в избежании падения при вынужденном резком торможении вагона держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Индустриальный проспект.
Уважаемые пассажиры, чтобы открыть двери для входа и выхода, нажмите кнопку, расположенную на двери.
осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ленская улица. Уважаемые пассажиры, войдя в салон, не забывайте оплачивать проезд и провоз багажа. Терминалы, расположенные на поручнях у каждой двери, принимают все виды электронных проездных билетов, действующих на общественном транспорте Санкт-Петербурга, а также банковские карты и смартфоны с поддержкой Bypass. Также вы можете оплатить проезд наличными деньгами в кассе терминала, расположенной в вагоне. Помните, что за уклонение от оплаты проезда и провоза багажа штраф 500 рублей. На линии работает контроль. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – конечная. Хасанская улица. Освободить салон.